Hey, okay, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Howling Kings. Так, стоп, не туда зашел. Так. Это прыжок. Слушать. Не пытайся прошмыгнуть, я чую тебя. Пожиратель нот. Ног. У тебя много гео. Дай мне гео, и увидишь кое-что хорошее. Заплатить? Допустим. Давай покажу, гляди. Хочешь их? Если ты в самом деле хочешь их, я продам их. За гео. Много гео. Хрупкое сердце. Так, прелестная вещица. Красивый амулет. Я сделал его для тебя. С ним ты будешь знать слабости, если боишься умереть. То он нужен тебе. И по слабости именно врагов? Так, красный амулет. Я сделал его для тебя. С ним ты будешь знать слабости. Это хрупкое сердце, хрупкая жадность. Очень-очень особый и ценный амулет. Хочешь найти побольше гео, тогда и надень его и иди на охоту. А затем принеси все это гео мне. Скорее всего, он будет просто подсвечивать, где вот эти яйца гео. Так, хрупкая сила. Нихера, 3 ячейки целых. Так, зеленок не хватает, правда? Тогда дай мне гео, и я дарю тебе амулет, который сделал я. Он придаст тебе сил. И, наконец, твои враги и остальные трепнут страхи. А что такое? Это ж все амулеты, да, получается? Блин, я не знаю даже, вот... Пойди-то как бы на домах. Ну мы собираем же на светлячка, да? На светлячка... Ладно, куплю. Блин. А ну подожди. А что у меня по ячейкам? Так, да. Блин, сорян, чел. Потом давай в следующий раз. Еще что скажешь мне? Тебе не нравится боль, да? Или может тебе все равно? Ты хороший жук. Был бы хорошим жуком, дал бы мне гео. Может быть, ты не такой уж и хороший. Не надо хитрить, я не глуп. Так, купить это с той стороны, окей. Красивые, правда? Мои дары блестящие, опасные, прелестные. Я сам их сделал. Не завидуй. Там не гео и сможешь взять один. Хватит болтать. Ты так тараторишь, надоедает. Подойди, покажи свое гео. Да? Да-да. Лады, что у нас получается с вами? Где я вообще остался? И куда нам с вами надо? Начнем с этого. Так, справа внизу я могу подняться либо наверх. Ауч! Блин, я кнопки перепутал. Ну, как обычно. Ничего нового. Блин, минус гео считай. А мне 1800 надо. Так. Можно с одной стороны просто залезть наверх, посмотреть, где это я буду. Ой-ой-ой. Да черт. Я думал, я уже все ГГ. Так, отлично. А, точно, когда враги ж по мне коцают, они что же дамаг получают, то? То он и задамажился, получается. Не, ну это с одной стороны полезная штука на самом-то деле. Так, и по идее я ж могу карабкаться, да? Нет? Подожди, лет-то в другой игре мог карабкаться. Ладно, сначала посмотрю, где это я окажусь.
Ага. И где это я? Скрытое тайное место. Довольно непонятное место на самом деле. Может, тут было закрыто раньше? Ага, все. Забыто. Перепутье. Вспомнил это место, я тогда сюда не мог залезть. Пустоши. Такс. Ауч. Так, мне нужно, короче, самый низ. Поэтому еще ниже надо. Там, где медузы, да? Или здесь... это грибное царство? Подождите, что-то я путаю. А, да, все, здесь у нас в основном только грибы. Нужно просто еще смотреть карту. Все, да, я в этом месте, где надо. Ауч. Блин, жалко, что мне не дают. Ворота закрыты, мне их не открыть. Хорошо. О, черт, только не это. Нужно быстро здесь, нужно быстро думать. А, здесь такое место. Не очень то. Какой-то гонг. Бойся так. Бойся грязи, тебя слов видеть, а уходи и не возвращайся сюда. Значит, тут должен быть какой-то босс, либо типа того, я не знаю. Вот это херь, что выносит сразу две хпшечки, это жестко. Вот где оно, храпит? А, ага, мелкие шашки и крохи, а ты напоминаешь мне приключенца, так что у нас много общего. Ищешь опасные места, да? Ну, правильным путем идешь. Так, длинношейный грызун предупредил меня насчет племени, что живет внизу. Говорит, что там один воин. Мне не терпится с кем-нибудь подраться. Будь настороже, мой отважный друг, постарайся не умереть, и мы встретимся снова. Тряпочка. Я на самом деле подумал, что это босс. Я думал, вау, сейчас будем с боссом драться. Да, здесь все-таки, видите, мне нужно какой-то двойной прыжок. И вот эти грибки тоже, я не могу по ним лазить еще. Как мне их? Я ж не прыгать не могу от них ничего. Что мне делать? Я не могу их использовать. А, я теперь и назад не выберусь, да? Не, вы шо, гоните? Хотя бы назад дайте выйти. О, отлично. Хотя, подождите. Нет. Это место для меня еще рано.
Так, а куда мне тогда идти? Если так подумаете, тогда ловушки. Плюс еще с такими вот грибами. О, тихо-тихо, там. То, что мне нужно. Нормально. Пускай меня коцнули, но... Я денежку заработал. Да, но грибы... И вот здесь вот тоже есть место, черт. Фух. Так, хорошо. Значит, в ту сторону мне не судьба, да, пойти? Но там тоже есть какой-то проход. И тут тоже есть какой-то проход. Воу-воу! Здесь ни хера. Грибы. Живые грибы. На самом деле, я думал, только тут будут жуки, а тут и грибы. Ну как жуки, насекомые. Так, а можно... там далеко идти. Так, там чувак, у которого я могу купить. Блин, я могу еще пройти, получается. Вот там я. Тут я в воду падаю. Там скала. Ее видно. А я и тут падаю. Ладно, отосплюсь. И пойдем с вами на поверхность. Так. А не, я все-таки в городе был, смотрите. А куда я тогда не смог залезть? Так, что-то я немного... Ладно. Короче, мне нужно сейчас пойти на вокзал, и с вокзала перейти в этот вокзал и спуститься вниз, там есть дорожка, вот вижу. Там что-то придумать. Пока просто нужно отсюда валить. Довольно хорошее вот это колечко на самом-то деле. На самом-то деле колечко хорошее. Так, по карте. Ага. Жучара чисто по прямой. Жучара чисто по прямой. Блин, ну это, блин, у нас какие-то просто побегушки получается. Дерья. Так, наверх поехали. Если так дальше подумать, я тогда могу сразу отсюда поехать вниз. Поехали. Я уже открыл несколько вокзалов, ведь так, кроха. Благодаря тебе я вновь могу путешествовать по королевству так, как когда-то. Каждый новым вокзалом чувствую, как память возвращается ко мне, будто бы мысли вновь выходят на туннели у меня в городе. Продолжай открывать новые вокзалы, и за это я буду тебе
безмерно благодарен. Не, так мы, смотрите, довольно пробежали. Вокзал королевы. У королевы был вокзал. Если это грибной вокзал. Да, это как раз он. Так, все, побежали. Если я сейчас ничего не найду, тогда придется что-то придумывать. Может, посмотрю видео в Ютубе. Куда мне нужно идти? Потому что если так подумать, то скорее всего я заблудился. Заблудился и паник. Куда мне теперь идти? Так, там у нас был катограф, да? Эти пещеры так и источают стойкий и неприятный запах. Мой хобот очень чувствителен к такому рода ароматам. А у тебя, кажется, и вовсе нет органа обоняния. Получается, ты вообще не чувствуешь запахов? А, все, значит, у него я покупал. А, то есть я здесь был. Да, я здесь был. Классно. Если так подумать, тогда я уже не знаю, куда мне идти. Считай, я уже везде побывал, здесь везде походил. Ладно, погнали тогда на выход. Пойдемте тогда самый-самый верх. Так. Это ж место. И это прожорливая жучиха. Не рычи, поехали. В грязмут поехали. Блин, здесь еще до хера, еще дол... мало боссов мы встретили на самом деле. Еще, по идее, должны быть боссы с DLC-шки. Выше. Сейчас мне скажет старейшина про то, что я получил способность, да, летать. Я знаю про Хаолусан, далеко не все, но могу сказать, что под теми лиственными пещерами есть грибная роща, где когда-то жил миролюбивый народец. Не совсем жуки, но и не совсем растения. Ведь может стоит туда... А, все это он мне говорил. Не совсем люди, не совсем эти... Так, что здесь самое такое ценное для меня? Это ключ. Можно ключ серьезно оформить. Подойдет ко многим простым. Блин. Черепок сосуда. Я за то, чтобы это, ребят, собрать простой ключ. Как раз у меня денег хватит, а на этот копить еще половину. Опа, а этот кто? Серема. Бледное создание. Как у него, как у Сквидварда тиса. Ты легко управляешь с гроздем. Ну, с гроздем. Если ты ищешь честного боя, то в этой дыре ты не найдешь ни одного достойного воина. Слышал, где-то есть Колизей. Место создано для нас с тобой. Встретимся там и посмотрим, кто на что способен. Я скоро спущусь вниз. Найди меня там, коль хватит духу. Да хватит, еще не хватит. А что мне тогда делать? Я не знаю, ребят. Блин, и там, где вот первого короля, что мне делать? Я не понимаю, куда идти. Я заблудился. Дело в том, что я уже везде был. Глубина пустоши. А где я не был?
Ну там у нас получается... Кто? Здесь у нас получается кристальные горы. Одна сторона закрыта у нас. Одна здесь у нас закрыта. Ту-ту-ту-ту. Да, придется, кажется, смотреть к следующей серии мне видосик. Не видосик, может, карту. Никчемный уже враг на самом деле. Когда знаешь его тактику боя. И все, готово. И в принципе можно просто пофармить тогда на них. Так, там я побывал, там нихера. Так, в пещера стоять. В пещере я тоже не могу пройти, потому что мне там нужно куда-то упасть. Это тоже отменяется. Тогда мы идем сейчас ниже. Тогда мы с вами спускаемся ниже, ниже. И здесь есть проход. Ага. Ага, без светильника мне ничего не сделать, да? И мне еще, похоже, нужен этот будет. Вот, где слизняк кто-то этот говорит? Я его слышу, но я его не вижу. Он не здесь. А, во! Нет, тут секретные стены есть. Нет, тогда жука-светляка куплю. Если на то пойдет, тогда я куплю жука. Так, у нас тут еще, я вижу, два прохода есть. Как я их проглядел? А как я их проглядел? Это мне нужно по прямой. Тогда отхилимся. Так, там у нас получается быстрый переход. Текст. Сюда проход у нас есть. Ага, я тут еще не был, оказывается. Здесь у нас... А, ну я тут не сделаю тоже. Мне здесь нужен двойной прыжок обязательно. Так, и с той стороны тоже есть куда-то проход. Опа, здесь я еще не был. Посмотреть. Дверь с... прорезью в ней. Угу, мне нужен ключ какой-то. Я могу вниз прыгнуть, отлично. Отличненько. Так, а здесь мы не были, да? Тут тоже закрыто. Как
какие-то новые все-таки места есть здесь. Окей, куда нам еще идти? Там закрыто. Так, можно, короче, на самый верх забраться. На самый верх. И здесь... Бля. И здесь, короче, можно будет... Пойти еще в закрытую зону, куда я, по идее, не мог попасть. Но я не уверен, что я туда смогу попасть, потому что мы еще где-то в начале, помню, еще этого нашли жучка. Говорит так. Так, вниз. Так, мне же чисто по прямой, да, идти? Туда, кажется. Да, он таранит плечом. Нет, тут я точно не пройду. Ну да, получается все. Получается так. Ну ладно, давайте тогда на этом закончим. Я пофармлю еще, похожу душу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Хотя, не, у нас еще есть какие-то минутки. Какие-то минуты есть. Блин, главное, я никуда не могу дальше пройти. Я могу вернуться обратно, спуститься, сохраниться, получить, по идее, меточку. Меточку. То что? О. Бледное создание. Ты все катаешься на рогачах? Как трогательно. Настоящий воин сам идет в бой. Ему не нужны всякие там удобства. Сам. Оставь меня, я ищу Колизей. Я и так уже потерял кучу времени, блуждая по этим проклятым туннелям, так там. Так, окей, да, вот у нас получается проход, мы открыли, мы с вами его зарисовали. Ну, больше я, в принципе, ничего здесь не вижу на самом-то деле. Зеленая тропа, получается, отправляемся. И еще... Блин, не-не-не, нужно было отправиться наверх. Но не на самый верх, а... Стой. Забытый перепути, и сейчас немного пройдем в правую сторону, в левую сторону. А это мне вообще нужно падать будет заново в колодец. Вон, видите синего жучка? Хотя это... Блин, ну я даже не знаю. Ладно. Зеленая тропа, я не знаю, потому что здесь все закрыто, куда я могу попасть. Мне снова же не хватает какого-то либо способности, я вот не понимаю. Типа какой-то способности, либо типа того. Каменное святилище. В принципе, только наверху вон есть какой-то проходик еще. Можно быстро туда заскочить. Только этим путем, да? Только этим путем можно туда попасть. Ой. Ты чё, охерел? О, я получил новое описание этого врага. Не, ну конечно. Пофармить да и можно.
Так, кажется, я не туда пошел, да, немного? Кажись, немного я не туда пошел. Ладно, пойдем наверх. Зачем? Вы сейчас, наверное, подумаете, зачем мне вот этот светильник, да? Благодаря светильнику я смогу пойти в то место, где в основном шипы и очень темно. Так. По идее, правильно, мне нужно наверх. А, и ну кажется, это и есть то место, да? Где темно. Хотя нет. Хотя да. У вас нету карты. Где это место? Но я не уверен. Да, это оно. Это то темное место. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Я дофармлю какие-то 1800 этих душ, вернемся и купим этот фонарь. И отправимся дальше. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.